Юматовский кузнец бывает. Юматовский? Юматовский, но А. очень редко, не в каждом магазине. Так, разливаем кумыс. Он называется санаторный. Как самый драгоценный напиток. По-моему, он это. Че? Надо было его А, взболтахать. Ты сейчас остатки взболтахать, да, там полный взболтахать. Так, и добавить, скажем. Угу. О, как раз три фужера, смотри-ка. Но почему-то он не пенится, вот этот кумыс. А вроде написано, там все нормально, да? Да, нельзя? только кобыле молоко. Да. Я просто его не сболтал, поэтому не сболтал. Нет, вот, ну, 30 суток что-то они, видать, добавляют немножко, потому что этот, у этих 10 суток у конского. А, 10 суток. 10 суток. Долгие, и причем, чем дольше она стоит, тем зверьше со мной. То есть, если 10 суток его продержишь, он вообще становится его в рот нельзя. Ну, давайте. Кумыс давайте. И бешбармак. Да, здоровье, да. Да, вот бешбармак у нас. Башкирская еда. Но он без сахара прям такой. Ну, конечно, без сахара. Я говорю, вот, в Уфе нормальный кумыс, это только вот... Да. Все одно проливали. Я думаю, что-то пролилось. Откуда я вот просто не пойму. Да. Именно санаторный, но очень редко. У нас вот магазин, когда был Полушка, около нас. Где мы живем? А потом сейчас Пятерочка стала. Давай, подними, тарелку тоже надо не пустить. Нет, тут нету. Я просто на тарелке. И бешбармак. А я думаю, что из канины. На стул пролили, я села. Ну что, все, айда. Айдате. Да.